Нет. Ты, как всегда, стеснительна. Пойдем смотреть мультик, выгонять микробов. А потом есть мороженое. Ты будешь мороженое потом лопать? Расскажи мне. А? Будешь? Ну, раскрой тайну. Так, забирайся на диванчик. Птенец. Кого тебе еще? Ну, можно и мишку, и фламинго. Давай. Изгнать микробов из твоих красивых зубов. Справимся? Да? Будем дышать, ловить клубнички. Такая, ну не пугайся, она на носике будет. Все, нужно просто лежать и дышать. Справишься? Я уверена. 100% храбрости. То, что ты сегодня кашу ела с эликсиром храбрости. Ага. Сугробы, а у меня велосипед. Так, вот сюда варенье. Так, пощекочу. Хорошо? Так, ищем микроба, где он там прячется. Класс. Павлю можно? Это массаж зуба. Зуб тоже любит массаж. Ту-ту-ту. Все хорошо, котенок? Я его трогаю, да? Он же не кусает там, нет? Ну вот, значит, уснул. Так, микроб. Ну-ка, уходи. Ты смеешься микробу в лицо? Микроб. Ку-ку. Что-то схватился тут крепко. Так уходи. Ух, какая. Уходи, микроб, да? Что там происходит, Элиса? Ее главное не кусать, ладно? Мы сейчас для этого, чтобы она быстрее проснулась, будем есть мороженое. Вот такая магия. Сосиски? Может, ты просто голодная? Ну, знаешь, сосиски. Вместо клубники сосиски. Да. Да. Это дополнительный бонус, бесплатный. В конце. Запах сосиски. Эксклюзивный. Ку-ку. Как дела? Как дела? Интересные ощущения, да? Сейчас тебе покажу. А это замороженная губа. Она у тебя на месте, но кажется, как будто лед, да, там лежит. Мы сейчас будем размораживать волшебным мороженым. Давай, я тебе пока обую. Ну, уп. Так. За подарком. Потом посмотрим, что. 2 часа вы не кушаете и полноценно так не полоскаете, не пьете. Ты придешь к нам еще смотреть мультики? Вот холодный коктейль можно, кстати. Аккуратно. Вот, но даже не из трубы, потому что трубочка пройдет у нее между зубами. Можно вот так вот полноценно можно пить, да. Все, тогда до осени.